Блин, 380. Но это что-то пока с комбо-то. А, куда комбо делось? Как это, блин, как вот... К сожалению, у меня ничего не вышло. Йоу-йоу-йоу, всем привет, это Стратег Хардкор, сегодня с вами Квак, и сегодня я буду вашим проводником в мире жопораздирательных игр. И сегодня на повестке дня у нас Бэтмен Arkham Knight, причем самое интересное, что ничего не предвещало того, чтобы в этой игре был хоть какой-то хардкор, ну, касательно трофеев, потому что основной комплект, он где-то, ну, такой на серединке, может, в районе 5 баллов, а 15 дополнений, которые выходили до этого, были вообще смешными, и там по одному трофею в каждом дополнении, и вообще откуда там хардкору-то взяться, но 16-м допом разработчики просто взяли и все порвали, все и всех, потому что в 16-м допе появились новые арены и ситуационные трофеи, непосредственно, которые надо выполнять на этих аренах. То есть не просто там получить 3 звезды на арене боевой какой-нибудь, а, блин, мать его, кое-что более сложное. Вот. Ну и что же это конкретно? Вообще там, касательно именно трофеев на боевых испытаниях, их там, если я не ошибаюсь, 3 штуки на 3 арены. 2 из них более-менее... такие, средняя сложность, может, чуть повыше среднего. Ну, как мне показалось. Я их, кстати, сам еще не взял. Соответственно, это просто пройти одну арену за 4 персонажей, не получив урона. И второе, это пройти одну арену тоже за 3 или 4 персонажей в одно комбо большое. И самое сложное, на мой взгляд, ачива. Ачива под номером 3 в нашем топе. Называется она... Реквием по убийце, или Реквием for Killer в английской вариации. Победите старого противника в испытаниях дополнительной реальности Айсберг Лаунж, играя за Бэтмена. Да, суть в том, что для того, чтобы выполнить условия этой ачивы, необходимо набрать 1 000 000 очков, ну, на этой арене. Что такое 1 000 000 очков? 1 000 000 очков — это очень много, я могу сказать. Это, блин, пипец как много. Смысл в том, что для того, чтобы набрать 1 000 000 очков, можно, конечно, просто стоять и очень долго мутузить врагов, а можно, как бы, набирать очки комбо большого размера, скажем так. Для того, чтобы набрать лям очков, нужно набрать комбо длиной где-то в 450-500, может, ударов. И это тяжело, потому что каждая скотина вокруг тебя желает дать тебе пинчары под зад. Если ты хочешь кого-то ударить, то не факт, что Бэтмен хочет ударить того же, кого и ты, может стукнуть в щит, например, и комбо упадет. А если комбо упадет на 200 тысячах, то, соответственно, можно просто брать и начинать сначала, потому что добивание просто 200 тысяч до 1 000 000 — это все равно, что начать сначала просто. Потому что комбо все равно придется делать там в районе 400. Ну, в общем, попробуем, что сказать. Ну, мы не попробуем, мы сделаем. Сделаем, потому что это, мать его, не Mortal Kombat сетевой режим, поэтому мы все сделаем. Пау! Вот так вот. Так что что, приятного вам просмотра, наслаждайтесь болью и горящими пуканами. У меня получится, я в это верю. Я, конечно, Бэтмен, но и вы совесть имеете. Да ну, блин, нахрен, вы... Ты... Попробуем набрать 1 000 000 очков. Ой. Так, начало хорошее. Ну, тут, собственно, сначала-то ничего сложного нету. Я немножко уже попробовал пару раз эту ерунду пройти, но это, конечно, лям очков, это комбо около 500, по-моему, и это надо постоянно быть просто, я не знаю, очень внимательным. Вот, чуть-чуть что-то пропустил, все, до свидания сразу. Поэтому, оп, чуть не пропустил. Бах, 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 разошелся, вы посмотрите, не остановите. Во-во-во-во-во. Вот, поэтому... Сейчас пробуем быстро набрать комбо. Ой, медики пошли. Да, я умею делать вот так, открыв комбо, бах-бах-бах. Оп, тихо, аккуратно. Называется... Ну как, слит? Вот не туда посмотрел, все, до свидания сразу.
Бэтмен, тебе конец. Бэм. I am Batman. Так, ну мне кажется, вроде как лучше получаться стало. Начинает тактика работать. Ну как, не тактика, а... Я вообще играю без тактики сейчас, потому что, ну, прикольно просто. Я люблю очень боевые испытания у Бэтмена. В Бэтмене, правильно так сказать, наверное. Вот, и вообще не хочется совершенно никакие тактики использовать. Хочется просто махать кулаками и грамотно реагировать просто на происходящую обстановку. Вот. То есть там ломать щиты, там, я не знаю. Вот, а не так, что вот так вот делать просто. Вот так, потом вот так. Вот так. Вот так. Ну и, короче, вот так долбить, долбить, долбить. Не, можно так сделать, так пойти, в принципе, наверное, попроще. Да, надо, короче, прыгать, походу. Ударил, прыгнул. Ударил, ударил, прыгнул. Ударил, прыгнул. Ударил, прыгнул. Ударил. Блин, это я так, не знаю, к завтрашнему утру закончу, что за хрень. Так, медик. Медик, велосипедик. Да блин. Ой, двойной удар коленом по яичкам, что за жесть. Ищ. Ищ? Что значит ищ? Ищ, ай. Чисто, походу, русские пацаны. Ай. Я сейчас вас разнесу, потому что я крутой. Блин, вот как я и говорил, я всегда, когда такие вещи говорю, сразу по щам получаю. Спустись на землю! Я смогу. Я знаю, я смогу. Мне кажется, надо мне это... Рокки запустить для того, чтобы у меня что-то получилось. Так тут... Тут, тут, тут. Мотивирующая музыка. И тогда у меня точно все выйдет. Почему вот именно в такие моменты мне по щам дают постоянно? То я начинаю рассказывать, что вот с этой тактикой у меня все полу, и на полу мне обязательно прилетает пощечина какая-нибудь. Типа, заткнись, урод, и играй нормально. Ну что за пижня? Да, караоке Бэтмен. Давай, бей же, камон, чё ты ходишь как по подиуму? Так, спокуха. Очень внимательным надо быть, 230. Так, еще поломал медика. Красава. Так, спокойно. Спокойно. Если... Ух ты, блин, там чуваки с катанами начали появляться. Это вообще жопа. Это просто адская жесть. Да что, куда? А, камбуха упала, как? Что за хрень? Нет. Это как-то нечестно и несправедливо. Я тут и так весь на нервах. Еще комбо падает. Что за фигня? Упала камбуха. Я 20 минут ее бил, и так скрупулезно по кнопкам геймпада долбил. Но гадкий противник подкрался, и вот разбита моя голова. Комба, комба. Комба. А все начиналось с того, что я круто тащил. Хоть сильный, хоть очень сильный, любого кулак мой дробил.
И я был готов весь процентов на 100, от пяток до самого лба. Комба, комба, комба. Насмешки и шутки из уст оппонентов летят. Бандосы в округе сражаться со мной не хотят. Я, видите ли, слишком слабый для них. Мышонком прозвали меня. Комба, комба, комба. Но я отомщу им и Кузькину мать покажу. Диетой белковой мышцу на заду отращу. И дух мой не сломлен, и силы при мне, и снова стартует борьба. Комба, 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 комба. Ах ты ж говнюка, я не видел, какой он появился. Короче, не смотреть на комбо сколько. Тогда мне попроще, может, отдаваться будет. А может и нет. Никаких гарантий. Блин. Оп. Да, все, медики жесткие пошли. О, чувак с щитом. Ты мне нужен. Да ну куда ты... Сука, ну какой же ты дебил. Это я, кстати, не про себя сейчас. Бэтмен начинает злиться. Да, конечно, с наводкой будет что-то сделать в этой игре, потому что бывает, что он не понимает просто, что я хочу от него. Да, блин, откуда он там взялся? Ну, что говорить, игры приносят радость. Я готов заплакать в лицо тому человеку, который это скажет. Хорошо. Удивительно, что я их в итоге поймал. Так, все, переходим в режим повышенной... Повышенной... Я не знаю чего. Повышенного внимания, во.
Да блин. Так, тем временем 200. Так. И раз, хорошо. И два. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Оп. Легко сказать, спокойно, блин. Так. Спасибо хоть на этом. Так. Ох, сейчас был удар в никуда просто вообще. Мог бы я очень сильно на этом попасть. А, нет! Просто это сейчас... Я даже не знаю, как это сказать. Мне сейчас... Блин. Сказать, что мне повезло, это отвечаю, ничего вообще не сказать. Потому что, блин, вообще я мог ударить там чувака с щитом, потому что они прям вплотную с медиком стояли. Да, это, конечно, сейчас напряженочка пошла. Что-то сплошь все с щитами, да. Еще какая-нибудь хрень, блин. Да, и кого ты бьешь? Зачем? Так, 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 так. Спокойно. По-моему, он уже залез туда, говнюк. Да, камеру, конечно, приходится вертеть, блин. Будь здоров. Блин, нереально. Я просто сейчас... сказать, что я впустую рискую, это вообще ничего не сказать. Я не знаю, зачем я это сделал, но это было, блин, я не знаю, интуитивно. Ох, там чувак вообще с автоматом стоит. Так, кого-то убил. Слушайте, 800. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Да, блин, нафиг чувака. Ну ладно, щитом пофигу. Да. Так, я очень близок, блин. Я просто... Единственное, что мне не нравится, я не вижу... Если тут кто-то сейчас... Блин, я даже не могу сказать, про что я говорю. Если кто-то с автоматом, потому что там...
чертов автомат валялся. А, лям! Я набрал, набрал, набрал. Ну, продолжаем, человек, все равно надо всех убивать. А вот что сейчас будет? Да. Ой, ой, ой. Вообще, короче, круто. В общем, я взял одну из самых сложных, непонятно. Я, короче, вот что хочу сказать еще. Это самый сложный DLC, вот этот вот последний. И вообще непонятно... Ну, под занавес просто, можно же поговорить немножко, правда? И непонятно совершенно... Какой DLC сложнее? Ну, то есть, именно из боевых челленджей. Потому что испытания хищника я ненавижу и вообще просто не нравятся, мне скучные. Вот. А эти прикольные, ну, боевые. И вот здесь есть три боевых испытания. Аллея преступников, Театр Монарх и Айсберг Лаунж. И на каждой из них есть ачивка. Ну, там, с определенными условиями. То есть Айсберг Лаунж надо набрать больше ляма комбо, чтобы этого Киллер Крока убить. Вот. И за Киллер Крока дают именно ачиву. А Аллея преступников, если я не ошибаюсь, надо без полученного урона пройти. Причем за 3 или 4 персонажа. То есть не просто только Бэтменом, а там... Бэтмен, Найтвинг, Робин, по-моему. Сейчас. Ладно, это не столь важно. Вот. И, соответственно, Театр Монарх. Там нужно просто этот самый, ну, в одно комбо, в непрерывное комбо пройти все 4 уровня. Вот. Ну и тоже за 3 или 4 персонажей. Я вчера попробовал. Я бы не сказал, что это прям сложно. Вот, как мне показалось, Айсберг Лаунж самая сложная арена. И вот эти вот лям набрать около 450. Это вообще просто мясо какое-то. Вот, поэтому я считаю, что именно он самый сложный, и поэтому именно он попал в нашу сегодняшнюю рубрику «Поговорите с Максимом». Вот, ну что, я думаю, можно закругляться. Это было адское, я потом посчитаю, какое количество попыток у меня это все заняло, дичь. Вот. Ну, не знаю, я думаю, около 50, наверное, может 40, может 30, но 30 точно. Ну, это, в общем, да, тяжкая тема. Вот, ладно, что, всем спасибо, что посмотрели, досмотрели до этого места. Вот, приходите каждую неделю к нам. Выпуски появляются постоянно, каждую субботу. Вот, ну что еще сказать. Удачи вам, проходите сложные игры. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Вот, тем более в нашу эру интернета есть столько вспомогательных сайтов и там подсказок, и чего только нет. Даже на стратегии куча тактик вообще, как этот челлендж пройти. Вот, поэтому... Играйте в сложные игры, в общем, это интересно, весело и невероятное ощущение по завершению, так сказать. Вот. Так что вот так, с вами был Квак, и спасибо, что смотрели, всем пока. Упала камбуха, я 20 минут ее бил, и так скрупулезно по кнопкам гейпада долбил. Но гадкий противник подкрался, и вот разбита моя голова. Камба, камба. А, я понял. Знаете, что самое забавное? Сейчас. Ну и... Там больше 16%... Да.
Представляете, как я сейчас сиранул? Ай. Если вкратце, я просто отключил уведомления, потому что у меня постоянно друзья в тусовку заходят и забыл, что мне бриз надо получить. Ну, короче, я его дам. Блин, вообще. Причем, прикиньте, скрин есть, а нету скрина ачивки. Дерьмо. Ну, короче, все.